Full proof plan. You boys make the noise and just Итак, всем привет, ребята. Вы не поверите. Суть в том, что буквально пару видео назад я заикнулся про интерактивную подсветку телевизора. Ну, в данный момент я все это изучал. Вчера буквально до часу ночи сидел, читал, смотрел скетчи, смотрел, кто как делает, как лучше, как проще, чтобы вам было без проблем сделать. Ну, так же, как и мне. И наткнулся сегодня буквально с утра, вот с самого утра, где-то часиков 8, встал и подумал. Вот у меня есть лента светодиодная, 50-50 размер диодов, 60 диодов на метр, по-моему, или 30, по-моему, 60. Вот 5-метровая лента. В принципе, есть контроллер, вот такой вот. Так, это контроллер у нас управление светом светодиодов. Тут есть пару режимов, ну, со смены цвета и, ну, и включение различных цветов вот примерно вот с такого же пульта. Это не родной пульт, это я сейчас объясню от чего. Итак, размышлял, думаю, ну, все-таки неинтересно будет, когда просто будет какой-то свет гореть. Все-таки интереснее, когда свет загорается под что-то, под сигнал, под какой-то. А потом вспомнил еще такую вещь, что у меня как-то была идея еще до Ютуба сделать себе музыкальную подсветку. И у меня есть вот такой вот контроллер, который реагирует на звук. И вот именно от него вот этот пульт. От этого, кстати, давно уже не знаю где-то с этими коробками, так еле нашел вот этот. Итак, и вот я решил, если можно подключить от этого контроллера ленту и подсоединить ее к динамику телевизора, то в принципе у нас и получится динамическая подсветка. Как вам объяснить? Динамическая просто будет под звук меняться цвет. И чем громче звук, тем быстрее, вернее, чем чаще звук, тем чаще будет меняться подсветка. Это, конечно, не интеллектуальная подсветка, но все же, ну и к интеллектуальной мы тоже подойдем. Я уже вчера кучу чего прочитал, уже заказал все, что нужно, в принципе. Но единственный минус это в том, что если делать ее на телевизор, то придется уже самому делать контроллер и программу под него. Но есть на ПК, есть написанная программа под Arduino, и в принципе на Arduino и на мониторе мы ее сделаем. На телевизор я решил, в принципе, сделать просто такую музыкальную динамическую подсветку. Я думаю, будет очень интересно. Закатаем сейчас весь телевизор в 5-метровую ленту, подключим к контроллеру, ну и продемонстрирую. Ну, сейчас вам продемонстрирую примерно, как это все работает. Так, вот мы включаем наш контроллер. Вот, например, выбираем. Что мы выбираем? Так. Выбираем зеленый, вот больше такой приятный цвет зеленый. Так, к сожалению, скорее всего, блока питания мало, но это и лучше, что мало. Потому что когда избыток энергии идет на ленту, то она греется. Ну или может из каких-то других, не знаю точно из-за чего. Короче, на каждый метр ленты надо просчитывать блок питания. Данного блока питания вот на такую яркость хватает. А кстати, а что туплю-то? Сейчас мы его подключим от мощного блока питания. Ну ладно, в любом случае блок питания будет в описании вместе с лентой. Уже нужный для него комплект я вам оставлю в ссылку. И ссылку оставлю вот на такой контроллер. Так, что у нас есть на пульте? На пульте у нас есть яркость, включение, выключение. Тут небольшой набор цветов. Далее, вот джампы, это то, что просто прыгает свет, ну он сам меняется, не завися от звука. И вот наши музыкальные три контроля разных. Вот выберем первый, например. Вот пока мы молчим, он не меняет цвет.
Он будет менять цвет на каждый звук. То есть, если мы его поставим ближе к динамику и поставим чуть меньше чувствительность, то он будет общаться только, в принципе, с телевизором. Ну, или с громкими звуками дома. Я думаю, будет интересно. Так что сейчас начнем сборку нашего девайса нового. Буквально сегодня, вот с самого утра, у меня назрела такая идея, что нужно сделать так. Нужно сделать так. Тут-тут-тут-тут. Ну, короче, покажем. Так, ладно, сейчас снимаем телевизор. Объясню примерно, как наклеить. Потом наклею. Ну, в принципе, увидите. Этот блок нам сегодня тогда не нужен. Это от комплекта. Итак, ладно, поехали. Выключаем. И понеслась. Итак, вот положил наш телевизор я на диван. И сейчас, в принципе, чуть-чуть так, ну, вкратце покажу, что ленту я буду клеить где-то вот так вот. Ну, короче, по болтам, по вот этим шурупам, короче, и вот так вот пойду вдоль по кругу. В принципе, тут хороший изгиб. Видно, да, где я показываю? Здесь изгиб хороший, резать ничего не придется. Так что я думаю, сейчас все будет супер. Так, ладно, сейчас я быстро наклею. И будет прямое включение снова. Итак, вот все подсоединил. Нарисовался косячок тут небольшой. Так, вот так блок я прикрепил. Здесь я купил дополнительный двухсторонний скотч, потому что этот фигово клеился. Вот косяк. Косяк все-таки изгиб плохой. А вот так вот не хотелось идти, чтобы сильно разный, как сказать, цвет был. Я решил пока вот так сделать. Но вам добавлю коннекторы, которые вот в этих местах вы сможете разрезать и этим коннектором перенаправить. То есть угловые они коннекторы. Я вам их добавлю в описании. Вы сможете все это ровно сделать. Так, у меня таких коннекторов сейчас нету. И купить у нас негде. Так что я пока вот так вот все это заколхожу. Пока. Так, вот для нашего пульта вывел. Так, все идет у нас по краю. Ну, в принципе, все. Остается подключить сюда блок питания. Ну и все, в принципе. Так, ладно, сейчас ждите следующего включения. Будем продолжать. Уже будет тест. Ждем теста. Итак, ребята, всего полчаса вашей жизни, и у вас подсветочка, вот такая вот подсветочка телевизора интересная. Если она вам надоела, в принципе, бам, выключили, бам, включили. Если не хотите, чтобы она прыгала, просто ставите один цвет, там, красный, зеленый, ну, синий, какой вам больше нравится. Так, вот у нас тут вот есть 4 программы, выбираем из них. Как больше нравится, как скачет звук. Вот сейчас она выключена, она сработает на звук. Вот включаем звук. И регулировать можно чувствительность вот на эту клавишу. Ну а дальше уже по настройке, как вам больше понравится, как вам больше интересней. Я вам прикреплю модуль, где больше кнопок, больше программ. Я заказывал этот так для интереса, можно сказать. Ну, для другого проекта. Но, видите, пригодился здесь. В принципе, мне этого хватит, дочке очень понравилось. Может, еще сниму, как дочка играется. Как она сказала, говорит, папа, ты прикольно придумал. Так, ладно, сейчас скидываю трейлер и скидываю клип какой-нибудь в HD. Напоминаю, что призываю к развитию молодые каналы, ребят. Пишите в личку, если у вас есть канал, ну, чуть больше, чуть меньше подписчиков, чем у меня. Давайте взаимопиар. И что еще? Что еще вам сказать? Подписывайтесь, поддержите комментариями, можем, ну, плохими, хорошими, без разницы, удалять не буду комментарии. Пишите, что вашей душе угодно. Еще у меня, я открыл группу чисто по Алиэкспрессу.
буду выкладывать, стараться каждый день там по 2-3 товара, ну, может, больше, в зависимости от времени, и буду вам помогать с проблемами на Алике, так как я считаю себя уже более-менее профессиональным покупателем на Алиэкспрессе. Решение проблем, в принципе, у меня была куча проблем, не приходил товар, товар задерживала таможня, ну, куча у меня проблем была с этим Аликом, так что прохавал его сверху донизу. И в этой группе можете делиться своими проектами, товарами, просто нажимаете «Предложить новость» и предлагаете. Я смотрю, что вы предложили, либо вам отпишусь, что не так написано, либо исправлю и добавлю в группу, чтобы друг с другом делиться проектами интересными. Так, ладно, сейчас пошел скачивать что-нибудь интересное. Ладно, давайте, ждите включения. Хочу я этого или нет? А я вот иногда хочу по зубам тебе дать. Да, мы несовершенны. Надежнее нас нет никого. Я ошибался в тебе. Весь мир ошибался в тебе. Ты идешь на дно с ним. Я не из тех, кого можно забывать. Сдавайся, это конец. Да я только начал. Ну все, мое терпение лопнуло. Карапуз! Привет, народ. Итак, свое мнение. Так, стоп. Скажу сейчас быстренько свое мнение. Я по ходу фильма поднастраивал пультом чувствительность и так далее. В принципе, если поработать, то можно настроить все нормально. И еще передача немного камеры не такая, потому что она все-таки фокусируется на свет. Как сказать, не фокусируется, а... Ой, коррекцию света делают, поэтому немножко не так, как на самом деле. Но, в принципе, мне понравилось. Но больше, я думаю, больше ставка будет на музыку все-таки. Потому что она больше действует на... Такие на звуковые переходы, и музыку интереснее слушать и звук выключить, то все останавливается. По идее, я думаю, с другим пультом, с другим контроллером, который я вам добавлю в описание, я думаю, можно будет настроить все намного интереснее.
Ну вот я, в принципе, под себя, можно сказать, настроил, мне, ну, устраивает. Еще скажу, что данный фильм сейчас смотрим не в полной темноте, а вот все-таки просвечивают занавески. В полной темноте все будет намного интереснее. Прикреплю позже отдельное видео, просто вечером сниму, как это все выглядит, когда уже полная темнота. Я думаю, все будет классно. Ладно, всем, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, поддержите комментариями, надеюсь, вам понравилось. Love is here.